Вчора в домі молитви відбулося інвестиційне служіння для молоді. І картина, яку ми бачимо різдвяна, то молодь готувала, і ми так попросили, щоб вони залишили її нам на свята. То молодіжне спілкування пройшло добре, так що ми молилися в зібранні, можна вже подякувати, що Бог благословив. Дмитрич говорив, що згадував дідушку, який казав, що серед вас є добрі і недобрі. Це слова людини, а якщо Господь говорить, от, оцінюючи церкву, серед вас є добрі і недобрі. Мені цей вислів «добрі і недобрі» серед вас нагадує ті листи Христа, які він передає церквам. Письма, і Господь явно говорить, є серед вас і такі, це була перша церква, це була євангельська церква. І церква, церква відлічалась. Зараз іноді в інтернеті, в електронному варіанті, може бути, є в письменному варіанті, в печатному. Люди пишуть, розпосередняють письмо чоловіка к тобі, або письмо Бога к чоловіку, або письмо Бога к церкві, або Христа к церкві. І це не Бога, це люди сочиняють. Но от вся Біблія, і особливо ті тривочки, які ми зараз читаємо, вони так і називаються. Христос пише письмо. Или Христос диктує письмо, а записує його Іоанн. Конкретной церкви. И вот, ну, представим бы себе, да, что вот если бы Христос нам с небес, сегодня оценив нашу церковь, написал письмо. Вот. Оно было бы примерно такое, как мы читаем церквям. Какую именно церковь досталась бы нам? Ну, примерно такое. Может быть, в нашей церкви было бы и похвала, и возможно, было бы и где-то порицание. Сегодня послание Христа церкви города Фиатирской. Эти послания записаны были апостолом Иоанном, когда он был в ссылке, и является частью большой книги Откровения. Так, Откровение Иоанна, 2 глава. Стиха 18 будет это послание. Читаем сразу 19 стих. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Первые слова Христа являются, ну, как мне кажется, вот если бы на этом послание закончилось, это, кажется, лучшего бы и мечтать не надо было. Иисус оценивает жизнь церкви, ее служение, продолжающуюся жизнь церкви. Ведь, смотря на вас, меня радует. А время было неспокойное. Вот почему упоминается терпение? Это было время гонений на церковь. И Господь говорит, вот невзирая на сложный период жизни, когда церковь верующих гонит, знаю твои христианские дела, вот, твою любовь, твое служение, твою веру. Вижу твое терпение. И вижу, как все это умножается. Бывает так, где-то в начале своего христианского пути верующий или даже церковь более ревностная, более активная. Вот примерно так было в церкви города Эфеса, да? В их братских отношениях. И Иисус говорит, все хорошо у вас, но в чем нужно покаяться, что то, как и вы сейчас, то вы стали слабее в ваших братских отношениях, чем раньше. Вам нужно покаяться. Здесь, наоборот, вот, вы сейчас стали еще лучше, чем были раньше. Ваша духовная жизнь улучшается и укрепляется. Это была правдивая история, или это, может быть, как бы шутка, да, когда какой-то диспут. Я слышал его как реальную историю. Был диспут православного какого-то священника и евангельского верующего. И тот евангельский верующий говорит ему, вот здесь и здесь у вас есть, ну, явное расхождение православному. Тот говорит, ну хорошо, в конце концов, возможно, ты прав. Но я посмотрю, что будет с вами
после первого тысячелетия вашей истории. Часто бывает, что церковь начинает хорошо. Собственно, так было и где-то с православием, да? Хорошее начало. Но прошли года, и говорит, я понимаю, что уже не такие, как и надо. Так вот, церковь Фиатирская, прошли года, а вот ее жизнь, служение, верность Господу только возрастает. Еще раз, это, кажется, было бы портретом идеальной церкви, если бы на этом послание закончилось. Но оно имеет продолжение. Стих 20. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать». Это то самое слово, что при любодеянии, да, «любодействовать». «И есть идоложертву». Была какая-то верующая, член церкви, которая называется Иезавель. Скорее всего, она называется так, ну, Бог ее так называет. Скорее всего, реальное имя было другое. Потому что это имя Иезавель, оно встречается раньше в Писании. Задолго до Христового Рождества, когда описывается история царей израильских, помните, там был такой нечестивый царь Ахав. А что сделало его таким нечестивым? Он женился. Женился на дочери соседнего царя, язычника. Взял себе в жены эту Иезавель. И эта Иезавель любила разные эти праздники, греховные, языческие. Любила это поклонение этим языческим царям, богам. И своего мужа настраивала, и все царство настроила. Так что вот через нее народ и царь ушли все больше и больше от истины, от Бога, в эти языческие культы. Это какая-то сестра в церкви, ну, даже не какая-то, а вот как она себя называла, называющая себя пророчицей. Заметьте, Иисус не говорит о том, что она пророчица, а то, что она называет себя. То есть, как бы, Он не дал ей быть пророчицей. Это она себя сделала и такой представляла. И многие так ее расценивали. А что плохое вот, она оказывала? Чем было плохим ее влияние? Она вводила верующих, Иисус говорит, рабов моих, это христиан, верующих, в заблуждение. И это заблуждение проявлялось вот, двумя этими словами в конце. Любодействовать и есть идоложертвенное. Ну, и связанное было с тем, что она где-то поощряла, говорила о том, что у меня есть откровение от Господа, это все нормально, это можно, поощряла верующих участвовать в каких-то языческих праздниках, потому что слово идоложертвенное связано было, когда люди приносили идолам жертвы, и потом это мясо поедали. И эти праздники очень часто связывались не только с поклонением, и с пьянством, и с развратом. Истории говорят о том, что город Фиатир был не столько торговым центром, сколько промышленным центром. То есть там было очень много разного рода ремесленников. Это не как сегодня будет крупные заводы, а было много мелких разного рода людей, делающих разного рода товары. Ткани, там, изделия из кожи, там, какая-то керамика, из металла. И эти торговцы объединялись в разные... по виду своей деятельности. Те, кто занимался кожей, были объединены как бы в одно объединение, те в другое. И эти объединения помогали им, то есть они где-то консультировали друг друга, вместе продавали свой товар, была совместная реализация. Но при этом они также имели время, такое, как бы, духовное время, когда кроме того, что они собирались ради бизнеса, они собирались
как сегодня рабочий кооператив, да? Корпоратив. Какое-то предприятие собирает своих, вот они собирались вместе на подобного рода мероприятия, когда жертвы приносились разного рода богам, которые якобы благословляли их работу. И это было связано с, вот, не, с неправильным временем провождения, греховным, и с пьянством, и с развратом. Почему она поощряла? Возможно, она сама имела какого-то рода свое производство, и так было выгодно. Вот, то есть выйти из этого объединения, из этой гильдии, торговцу или этому человеку, который делает этот товар, было намного сложнее. Ему самому нужно было все это думать, эту, как товар производить, как его реализовывать. А в это объединение было легче. И, наверное, она поощряла, что многих братьев и сестер, которые имели такое свое небольшое производство, говорят, все нормально, братья и сестры. У меня Господь откровение, я сама имею свой бизнес. Это все нормально. Это то духовное, это церковь, это бизнес. Не надо смешивать. Мы идем к Богу, поклоняемся, мы будем Ему жертвовать, хорошо заработаем. Но не надо путать бизнес с церковью. Пусть в бизнесе будет все как надо. Если нужно для блага своей работы идти в эти гильдии, идите в гильдии, потому что как по-другому выжить? Это информация с истории. И скорее всего, это очень близко к тому, что мы знаем из Писания, потому что, кто помнит, где в Библии еще встречается женщина из города Фиатир? Вот это. Изавель была из Фиатири. Еще какая женщина есть позитивная? Книга «Деяния апостолов» Лидия. Лидия, которая производила, продавала или торговала тканями в Филиппах. Помните, имена приняла Павла, чтобы у него было собрание. Там в Филиппах не было синагоги. Тоже женщина. Торговала тканями, то есть видно, возможно, она тоже имела какое-то свое производство, или в этих гильдиях в Фиатире брала этот товар, эти ткани, и она их распространяла. И там в Филиппах она была ради бизнеса. Но там она приводится, как эта женщина, как хороший пример. И видно, что вот эти женщины были там в этой Фиатире тоже деловые. Возможно, через эту Лидию и Евангелие дошло в ее родной город. Может быть, благодаря ее хорошему примеру, и эта, ну, так званая Изавель тоже имела такую репутацию, хотя она сестра, но вот такую духовную репутацию. Но в чем проблема? Вот, проблема даже была не только в Изавеле, а вот послание написано было не Изавеле, послание было написано церкви и ее пресвитеру. Вот стих 20 мы читали. Откровение 12. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь». Слово «попускаешь» – это как бы… Ну, то есть ты понимаешь, что так неправильно, но ты не хочешь ввязываться, ты не хочешь иметь проблем. Ты, то есть как будто бы, можно было заметить, ты смотришь сквозь пальцы. То есть ты знаешь, что, в принципе, она поступает неправильно, ее служение не от Господа или не по-Божьему. Наверное, она была очень влиятельная. Скорее всего, еще раз, если вот она была женщина в бизнесе, скорее всего, она и неплохо жертвовала, и люди, которые их она получала, тоже неплохо жертвовали. Возможно, и благодаря этому служение так вот распространялось, расширялось. Церковь имела какие-то программы, проекты организационные, социальные. Не хотела трогать, все хорошо работает. В принципе, пастор думал, я же это не учу, это она учит. Я не согласен с этим. Меня не спрашивают, попускаешь, нужно было не попускать, нужно было эту женщину дисциплинировать, отстранить от служения, это дальше. 21 стих. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Заметьте, какое-то время Христос тоже наблюдает за этой церковью. И как бы не трогает ее. Иисус говорит, она этим это делала, это плохое влияние распространяла. И в принципе, ты должен был ее обуздать. Ты это не сделал, пресвитер. И я это время какое-то наблюдал.
Хотя мог тоже, ну, ты не будущий, тоже мог сразу ее показать ей, кто есть кто. И, возможно, это тоже было каким-то поводом, чтобы эти люди и зверь продолжал это делать. Видите, если бы я было не, если бы это было Богу негодно, Бог бы меня или наказал, или убрал. А тут, видишь, Бог меня благословляет, бизнес развивается, все нормально. Очень опасная мысль. Поступать не по-божьему, и оправдывать себя, что Бог благословляет. Христос не благословлял, Христос просто терпел ее. Ждал ее покаяния. Думая, что она поймет и остановится. Иисус говорит, она не остановилась. И мое время терпения иссякло. Стих 22. Вот я повергаю ее на одр. Одр – это на постель. Повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих. Дальше. И детей ее поражу смертью. Еще раз 22 стих. Вот я полагаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь. Я нашел такую фразу у одного комментатора. Любодейное ложе становится ложем болезни. Вот. Любодействующие с ней. Это люди ложились и делали грех. Иногда это слово употребляется как духовная измена Богу, иногда реально. Здесь что-то было близко даже к реальному. Но вот они имели этот блуд духовный или реальный на этом ложе. И я это терпел. Теперь пришло время, я буду говорить свое слово. Теперь эта ложа будет им не в эти свои страсти, в похоти, а в стон. Я положил ее на одр. Это говорит о том, что Бог даст какую-то болезнь смертную, великую скорбь, большущие беды ей и всем тем, кто оказался под чарами ее учения. И вел себя вот так вот неверно перед Богом. И опять-таки, 22 стих в конце, если не покаяться. Снова Христос говорит, моя цель не просто наказать. Даже сейчас я предупреждаю, и вот послание будет прочитано. Я говорю, я накажу вас, но если вы послание будет прочитано, и вы покаетесь, и она покается, или те, кто это делает, покаятся, слава Богу, моя цель не делать вам зло. Но если все-таки все равно не покаетесь, то я это сделаю. Потому что я не хочу, чтобы было вам духовное зло. И церкви не было духовного зла. В 23 стихе вспоминаются дети. И детей ее поражу смертью. Я не знаю, говорится ли это реально о ее семье, о ее детях. Возможно, это идет речь как образно, как она называется, извель, образно идет речь не о ее реальных детях, а о тех, кто стал духовными ее детьми, да, которые восприняли ее учение. Почему я так думаю? Потому что вот, помните, еще раз, история извель. Извель – это буквальная была женщина, это языческая царица, которая сидела на троне израильском. Помните же историю жизни, когда ее муж по ее вдохновению грешил, пришел пророк Илья, Божий пророк, и сказал, за это будет Божья кара. И она, эта извель, умрет, и ваши дети, весь ваш род будет полностью уничтожен. Буквально извель погибла, ее дети погибли, это было буквально. Этот род был уничтожен за то, что она так нагло перед Богом вела себя. Здесь же, скорее всего, это не говорится о буквальном Изавеле, но духовно. Вот, это явление и то влияние, которое она распространяла, будет уничтожено. Но наказание будет реальное. Вот, великую скорбь. Мы знаем, иногда это слово «великая скорбь» используется в Писании как то время, которое будет в конце земной истории. Когда
мы понимаем, в канун причастия Христова на землю. Христос заберет свою верную церковь на небеса, а ставятся люди притворно верующие и неверующие, и это время будет великой скорбь, когда Бог будет наказывать людей. Но здесь идет речь не об этой последней великой скорби, а прежде всего буквально идет речь о их жизни, о тех людях того первого века, когда было послание, что до них вот как будто бы наступит эта великая скорбь. Такие будут беды в их жизни. За то, что так вот они, зная Бога, будучи христианами, решили ради это было ради денег, ради бизнеса так грешить. Хотя, может быть, это уже как для нашего поколения, для нашей церкви, это слово «великая скорбь» можно для себя взять. Вот. Та церковь, которая будет неверна Господу, вот она и доживет до этого периода, она останется на великую скорбь. 23 стих читаю до конца, вот мы читали, «И детей ее поражу смертью, и вот и почему, или для чего? И разумеет все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Вот для чего я это сделаю? Ради нее, ради вашей церкви и ради всех церквей. Чтобы все увидели, что я Бог реальный, живой, и я все вижу, я все знаю. И я не допущу явного греха в своей церкви. Чтобы все узнали, что я испытываю сердца и внутренности, как бы, что я вижу насквозь. Знаю каждого из вас. В начале этого послания был стих 18. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халкаливану». Вот. Очи, как пламень огненный. И здесь он говорит, я все вижу. И вот история этой Иезавели и ее как бы поклонников или ее сторонников покажет всем. То, как она имела это ложе любодеяние, и потом станет это ложе болезненное и смертное, чтобы все узнали, что я Бог, вижу каждую церковь. И со мной как бы играть в христианство не надо. И это выводы для нашей жизни. Бог нас очень сильно любит. Он очень сильно нас любит, чтобы позволить нам губить свою жизнь. Губить греховно. И чтобы нас остановить на этих губительных путях. Он готов использовать эти крайние меры. Да? Наказывая и болезни, и даже смертные болезни. Идем дальше. 24 стих. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду». Добрые и недобрые. Да, вот. А вам те, которые добрые, те, которые остались мне верны и не попали под это учение, понимали, что это все не от Господа эти откровения, что Бог желает, чтобы жить мы чисты и святы. Эти откровения называются глубины сатанинские. Было такое учение уже в конце первого века среди церкви, которое учило, что ну, есть вот простое знание, как бы изы, вот это Евангелие, то, что дал Христос, а есть особо духовные вещи. Ну, есть простые верующие, вот, они просто читают Библию. Мы должны быть посвящены, у нас есть какие-то особые откровения. Вот, видимо, это Иезавель вот, пела такую песню, да? Ну, ладно, это просто эти простые верующие, они и бедные будут, потому что они не понимают. Они пусть просто живут по Евангелию. Но у нас есть эти особые откровения. Иисус называет их это глубины сатанинские. Это глубина, но не Божья, да? А в чем глубина Божья? Вот Иисус говорит, вот то, что имеете, держите. Будьте просто людьми Евангелия. Вам не нужно этих много книг, много откровений. Еще раз, как Антонин говорил, что его отец был великий, или за кого-то говорил, что 100 раз читал Библию. Отчим.
быть человеком одной книги. Да? Есть одно откровение от Господа, и оно достаточно. Иисус так и говорит, то, что имеете, держите. Вам нужно больше. Не ищите эту глубину, которая не из Писания, не от Бога. А будьте до конца просто людьми Писания. И этого достаточно. Что вам надо? Оставайтесь такими до конца. Все нормально. Задача просто то, что вы имеете, а это тоже ответственность, остаться таким до конца. До конца какого? Ну, или своей жизни, или до пришествия Христова. Задача быть человеком веры, человеком Евангелия до конца. Ну и очень, может, быстро, бегло читаем обетование тому, кто до конца таким будет. 26 стих. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. Это образ власти Божьей. Вот те, кто не пошел плясать под эту дудочку языческую, да, под эти капища, те реально получат от Бога власть в его царстве. И 28 стих. «И дам ему звезду утреннюю». Это тоже намек на Христово пришествие, на самого Христа. В книге Откровения в конце он называет себя «Я есть эта звезда утренняя». Звезда утренняя – это так называется звезда, которая самая яркая на ночном небосводе. И когда уже начинает расцветать, свет солнца как бы прибивает все звезды, и уже не видно. Остается видна эта самая яркая. Она как бы напоминает о том, что очень быстро будет рассвет. Потому что уже ничего не видно, только одну звезду. И Христос, как бы эта звезда утренняя, своим пришествием, говорит о том, что его пришествие будет очень близко и быстро, и скоро будет полный рассвет. Тьма проходит, и будет полный рассвет, будет Царство Божье. Для верной церкви будет скорый рассвет, и будет Царство Божье. А для неверной – великая скорбь. Верных он заберет свое царство. Ну, еще будет шанс во время великой скорби. Через беды оно покаяться. Через одырь, через болезнь. Да? Так сегодня Господь нас вдохновляет и этим посланием. И напоминает о себе, кто он есть. Он есть Господь, живой, реальный и близкий к нам. Как он тогда явился Иоанну и говорит, вот видишь эти церкви, эти светильнички, вот я вижу каждую из них, и знаю каждую из них. И вижу, кто из них кто, кто добрый, кто злой. Да? Так и сегодня Господь полностью видит каждого из нас, каждую церковь. И мы как церкви, возможно, даже можем быть в одной деноминации, как тогда были, но духовное состояние каждой церкви отличается, и каждого из нас отличается. Иисус говорит, я вижу и знаю. Поэтому будем жить так, чтобы мы оказались перед Ним верными и оказались людьми, которые побеждают. Что нужно было верующим в Фетире, чтобы побеждать? Быть людьми Евангелия, людьми, поступающими по Евангелию. Здесь, причем еще раз, говорится не столько о знаниях, а сколько о жизни. Еще раз 26 стих. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. Знаете, это учение было о каких-то знаниях. Знания, которые как раз таки вели к тому, что уводили людей от послушания Иисусу Христу. А кто побеждает, тот, кто соблюдает. То есть он знает это учение и поступает так до конца. Поэтому пусть Господь нас благословит знать Евангелие и поступать по Евангелию до конца. Аминь. Помолимся.